привет и слава Украине. Хотел я вот показать. Вот я зовем. Попробовал мрамор на хвост их вывести. Вот видите? Вот такой вот беленький мрамор на хвост. Красавчик. Такой вот голубочек. Получился. Одной рукой снимаю, одной показываю, потому что неудобно ничего. Такой вот голубь получился. Сейчас я вам покажу мрамор на шеево, мрамор на хвостово. Тоже получилось у меня. Сейчас то выпускаем. Вот такой вот мрамор на шее. Смотрите, мрамор на хвосты. Правда, касма трошки мы им уменьшим в следующий раз. Ну, то не страшно сейчас. Вот такой вот красавчик. Буду показывать в руках. Вот такой красавелла у нас получился. Тоже хорошенький, все классно, но молодой еще, еще линяет. Сейчас еще покажу, там чуть-чуть дали других. Этот получился чуть-чуть на грудь больше, видите? Тоже получился такой неплохой мрамор на шее, мрамор на хвосте. Красавчик, у этого касма трошки меньше. Мрамор на хвост их 3 штуки получилось. И мрамор на шеях, мрамор на хвост их 3 штуки. Ну, это чуть-чуть такие. Мы на следующий год, если будет все хорошо, сделаем трошки их получше. Вот еще один получился. Мрамор на шее, мрамор на хвост. Ну, когда они повылиняют, поперлиняют, будет намного лучше. Все. Это вот чуть-чуть даже. Все еще на крыле есть тут чуть-чуть. Ну ничего, мы что-то, если получится, мы что-то выведем. Тут один бок такой, один как желтый, такой прикольный. Голубенок получился. Всем спасибо, кто посмотрел. Поставил лайк, написал комментарий. Всем мирного неба.